Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска. Ну что, мои золотые, вот мы и дождались. Я сегодня и прямо сейчас соберу сеты вот с этим замечательным набором. А если вы досмотрите это видео до конца, то в конце я покажу офигенный, полностью бесплатный сет, в котором прическа, маска, торс, штаны и кроссы с разных наборов, но смотрится это все настолько стильно и дорого, то что любой донатер позавидует вашему собранному сету. Также хочу сказать, что все вещи, которые я буду использовать в этом бесплатном сете, вы смогли... Нет, вы их точно получили, если играете в эту игру. Ну, вроде бы с ноября, либо декабря 2020 года. То есть всего лишь 3-4 месяца. И вы сможете собрать этот офигенный бесплатный сет. Ну что, вы готовы? Всем приятного просмотра. Кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Итак, набор состоит из капюшона, масочки, курточки, штанишек и кроссовочек. Давайте для начала посмотрим, что можно собрать с капюшончиком. Давайте пока нацепим какую-нибудь масочку интересную. В принципе, капюшончик неплохо смотрится вот с этой бесплатной масочкой, потом вот с этой черной. Вот с этой с коллабой BTS, потом вот с этой синенькой. Дальше вот эта серая уже на любителя, также неплохо вроде как вот с этой, но опять же это все на любителя. Потом вот эта линза сюда тоже неплохо подходит. В принципе всякие очки, масочки и так далее. Давайте пока будем использовать вот эту масочку. Почему не марионетка? Объясняю. Капюшончик подходит только под куртки, а не всякие там футболки, водолазки и голые торсы. Я уже знаю, с какими торсами этот капюшон смотрится ну просто великолепно, поэтому сразу же приступаем. Итак, первая куртка это голубая Сайнара. Все замечательно смотрится. Давайте поставим грим вот этот бирюзовый. Подберем какие-нибудь штанишки. Ну, если идти по дефолту, то как-нибудь вот так. Также можно использовать, например, вот эти штанишки, почему бы и нет. И можно на... Нет, эти бирюзовые кроссы не смотрятся, эти тоже. Можно использовать кроссы с нового пропуска, почему бы и нет. Также сюда должны великолепно подойти вот эти кроссы. Я не могу.
свои черно-фиолетовые штанишки по типу... Так, где этот кролик, если я не ошибаюсь, это кролик. Можно сюда любые черные штанишки, но есть у нас красивые черно-фиолетовые штанишки. Где они? Я же не пролистал их, они должны быть... Вот они. Вот эти штанишки и фиолетовые кроссы, как варианты, сюда можно свифты. Как по мне, они подходят, ну, просто идеально. Осталось только до них долистать. Вот эти свифты и грим, конечно же, возьмем фиолетовые. Вот что-то типа такого у нас получается. Идем дальше. Там снизу вроде бы остался еще один торс, к которому капюшончик подходит довольно-таки неплохо. Вот с этим торсом это все красиво смотрится. Штанишки нам нужны с призрачного отряда. Эти штанишки у нас, как вариант, можно и вот эти, если у вас нету... А где эти штаны? Вот они. Если у вас нету вот этих штанов. Грим можно черный, можно бирюзовый. Тут уже без разницы. Именно вот под этот торс капюшон очень симпатично смотрится. Давайте перейдем к масочке. Многие говорили и писали в комментариях, типа, надевают ее за место маски марионетки. Но давайте опять же посмотрим максимально дефолтный сеттик. Как по мне, под эту масочку желательно надевать торсы, именно там всякие худаки, кофточки, курточки, а не всякие водолазки и футболки. Ну, потому что все это, ну, как минимум, немного странно смотрится. Хотя, в принципе, если подобрать футболку, прям цвет в цвет этой масочки, а давайте попробуем это сделать. Все футболки у нас обычно снизу, поэтому давайте приступим к поиску нужной футболочки. Этого я до видоса не делал, поэтому мне тоже интересно посмотреть, под какую футболочку, может быть, мы найдем футболочку, с которой это все будет смотреться довольно-таки неплохо. Я думал, что это вот эта футболочка, и в принципе я не ошибся. Под эту футболочку можно нацепить одни очень замечательные шорты. Так, а где эти шорты? Подсказочка. Ага, они еще ниже. Тогда без проблем мы их отыщем. Они должны быть где-то вот тут. Возможно, я даже их уже... Нет, я не пролистал их. Они прямо где-то здесь. Так, 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 так. И все-таки, мне кажется, я пролистал. Потому что тут уже довольно-таки старые шмотки, они относительно новые. Так, нам нужны вот эти вот замечательные шорты. Потом кроссовочки сюда великолепно подойдут, фиолетовые, с одного из официальных сетов Трэшера. То есть нам нужны вот эти кроссы. Причесочка. В принципе, давайте определимся по гриму. Как по мне, сюда не нужен черный грим. Можно подобрать какой-нибудь обычный, наподобие какого-нибудь... Ох, это сложно. Давайте вот этот оставим. Так, черная кепочка смотрится так себе. Черная причесочка смотрится так себе. У меня в голове сидит пока только одна прическа. Хотя давайте еще протестируем вот эту. Да, неплохо смотрится. И еще, возможно, одна причесочка смотрится довольно-таки неплохо, а именно вот эта. Все-таки она слишком синяя. Может быть, какую-нибудь кепочку? Нет, это слишком яркая. Ну, как вариант, можно еще вот эту кепочку. И, как по мне, вот эта футболка и маска, они практически идентичного цвета. И, как по мне, только эта футболка красиво смотрится с этой масочкой. Опять же, если подбирать торс какой-нибудь идеальный, то желательно, чтобы это была
куртка, либо худи. И обязательно с закрытым горлом, потому что если мы будем подбирать все сеты вот под, под подобные курточки, либо же какие-нибудь, ну, голые торсы, это все будет смотреться, ну, максимально странно. Кстати, вот с этим торсом эта масочка смотрится довольно-таки неплохо. Под этот торс, я помню, какие там штанишки, обычные черные, вот что-то типа такого, да? Это же, нет, это не фулл набор, и смотрится довольно-таки симпатично. Еще мне интересно посмотреть, как коричневые штаны смотрятся с этим торсом, и я вам скажу, это довольно-таки красиво. Причесочку можно белую, можно даже вот такую оставить, и довольно-таки симпатично. Идем дальше. Так, вот этот торс сложный, я не буду с ним подбирать сет. Давайте выберем какой-нибудь более простой и распространенный. Можно что-то типа вот такого оставить, баскетбольные кроссы и такой дефолтненький, хорошенький сетик. Можно также белые кеды и, возможно, да, вот эти кроссы тоже довольно-таки неплохо смотрятся. Как вариант, еще можно вот эти штаны сюда надеть, но это будет капец как на любителя, потому что не всем они понравятся. Можно также пуховые штаны ангела, либо же чисто черные. С этой курточкой все замечательно смотрится. Давайте подберем еще сетик вот под эту курточку, потому что, как по мне, эта куртка идеально смотрится под эту масочку. Так, вот эти кроссы оставляем, причесочку давайте возьмем черную, хотя я бы взял даже вот эту черную причесочку, хотя можно даже синюю, что-то типа вот такой. И нужны какие-нибудь эффектные синие штанишки. Вот тут слишком много выпирающих элементов. Вот эти штаны подходят идеально. Они от этого набора, этот набор выйдет довольно-таки скоро. Вот, вот так вот это все получилось. Опять же, если вам не нравится синяя причесочка, то черная причесочка решает абсолютно все вопросы. Как по мне, маску сделали чуть-чуть лишней, заделали бы они ее по типу как масочка марионетки, смотрелась бы в разы лучше. Давайте перейдем уже к сетам с курточкой. Итак, под курточку нам нужна, во-первых, сюда подходят абсолютно все маски черного, синего цвета и, возможно, даже белого. Давайте посмотрим, как все это смотрится. В принципе, неплохо, но, опять же, если мы подберем сюда максимально дефолтный сетик, то очень сильно хочется, чтобы масочка была какого-нибудь темного цвета. Магия минутная, мы надеваем черно-синюю причесочку, и все это смотрится уже в разы лучше. Опять же, если мы сюда нацепим вот эту белую масочку, белые штаны и кроссы, то есть сюда уже будут проситься, ну, как минимум, вот эти кроссы. Опять же, это все на любителя. Я же буду в своем видео пропагандировать какую-нибудь вот такую масочку и вот такую причесочку. Также штанишки я бы порекомендовал именно черного цвета, либо же черно-синего. К примеру, вот эти штанишки сюда подходят, ну, просто замечательно. А за основу, потому что в основном я выбираю одну масочку, одну прическу, одну обувь и просто в этом сете уже меняю штаны, исходя из того, что есть у меня на складе. Я буду использовать вот эту масочку, причесочку. По сути, можно любую белую, но я хочу остановиться на вот этой. Сейчас я вам ее покажу. Как по мне, эта прическа заменяет маску марионетки. Нет, не маску марионетки, а прическу королевской фиолетовой. Вот.
Кроссы идеальные, либо баскетбольные, либо же с коллаборацией BTS. Я же оставлю вот эти кроссы. Welcome, подбирать штанишки под этот замечательный сетик. Любые черные, белые на любителя, штаны головореза, пожалуйста, джазовые штаны, штаны ангела, пуховые штаны, тоже на любителя это все подойдет. Эти штанишки, как по мне, перебор. Синяя сайнара, пожалуйста. Вот это перебор, вот эти синие, в принципе, норм, но опять же они какие-то более эффектные. Идем дальше, с пропуска такое себе. Вот эти штанишки в принципе норм, но мотня сзади лично меня раздражает, поэтому идем дальше. Вот эти штанишки в принципе норм, это на любителя, бирюзовая, слишком сильно бирюзовая. Вот эти черно-синие штаны, это вообще идеал. В принципе, вот под подобный сет можно взять черную причесочку, и как по мне, это все будет смотреться в разы лучше. Идем дальше. Так, вот эти штанишки, как по мне, слишком непонятные. Так, халявные с пропуска. В принципе, неплохо, так как практически все штаны у нас черного цвета, то предлагаю основную прическу поменять на прическу черного цвета. Так, штаны Бибера, как по мне, слишком огромные. Вот эти штаны, в принципе, норм. Вот эти тоже неплохо смотрятся. И самое главное, что на обуви они не выпирают. Тут получается штаны и кроссы с одного и того же набора. Но легким движением руки мы превращаем это все в довольно-таки симпатичный сетик. Идем дальше. Так, штанишки вот эти, как по мне, перебор. Это такое себе. Джинсики, в принципе, на любителя. Эти штанишки тоже. Вот эти штанишки сюда подойдут. Эти тоже норм. Дальше это такое себе. Вот эти штаны. Честно говоря, я думаю, что они будут смотреться хуже. Но они прям сюда капец как подходят. Идем дальше. Вот эти штаны, как по мне, перебор. Вот эти слишком фиолетовые. Вот эти, в принципе, норм, но опять же на любителя. Это такое себе. Кстати, штанишки-марионетки. Я сюда не посмотрел, как смотрятся. Давайте посмотрим. Самый обычный. Кстати, неплохо. Если вас не раздражают вот эти штучки, которые мотаются на спине, то, в принципе, эти штаны под эту курточку очень неплохо смотрятся. Продолжаем. Так, мы остановились где-то вот тут. Вот. Хотел бы остановиться на вот этом халявном наборе. Я тогда еще не собирал с ним сеты, когда он только-только вышел, потому что я его забрал. И я ничего не смог подобрать ни под этот торс, ни под эти штаны. А про прическу и обувь я вообще молчу. Но вот торс от этого набора идеально смотрится со штанами из нового вот этого халявного набора. И также штаны, как вы видите, довольно-таки неплохо сочетаются с этим торсом. Продолжаем. Вот эти штанишки в принципе норм. Это такое себе. Это тоже такое себе. Тут торсы штаны с одного и того же набора. Вот эти черные штанишки в принципе норм. Вот эти черные тоже пойдут. Черно-белые на любителя. Дальше чисто черные пойдут. Вот эти шортики в принципе норм. Почему бы и нет. Белые штанишки опять же на любителя. Вот эти черно-серые тоже на любителя. Тоже на любителя. Тут есть где-то бейсбольные штанишки. Я хочу посмотреть, как все это смотрится. Вроде как они должны симпатично подходить под этот торс. Вот они. Ну, кстати, довольно-таки неплохо, только кроссы лучше вот эти все-таки. И посмотрите, довольно-таки неплохо сочетается. Если я не ошибаюсь, эти штаны были халявными, поэтому все очень даже неплохо. Так, штанишки, давайте еще там до конца долистаем, может быть, что-то еще годное будет.
Так, мы остановились где-то здесь. Шортики такое себе, штаны техника такое себе. Футбольные шорты мне никогда сюда не нравились. Шортики капитана команды, в принципе, тоже пойдет. Все. Так, продолжаем. У нас теперь штанишки. Так, тут, в принципе, все то же самое. Либо черно-синие баскетбольные кроссы, либо вот эти кроссы с коллаборацией BTS, либо же чисто белые кроссы, либо те кроссы, которые у вас есть на складе. Давайте пока оставим вот эти кроссы. По поводу масочки, тут я уже не знаю. Я бы все так же использовал вот эту масочку, вот эту причесочку. Приступаем. Ну, всякие желтые сеты отпадают, белые курточки тоже отпадают, футболочки, водолазочки тоже. Вот эта курточка на любителя, это уже перебор. Голубая Сайнара, опять же, симпатично смотрится. Вот этот голубой торс, как по мне, такое себе. Нам нужны именно черно-синие курточки сюда, и которые не фэнтезийные, а прям спортивные. Потому что всякие вот эти фиолетовые фэнтезийные торсы, обычные джинсовки, они сюда не подходят. Так, нам нужны курточки, которые будут чуть ниже. Их довольно-таки много, и вот одна из них именно первая. Вообще, великолепная, замечательная. Сюда подойдет даже вот эта черная масочка, где эта красота. И вот такие кроссы. Замечательно. Давайте все вернем то, что было, и продолжим листать курточки. Кстати, вот эта масочка синяя сюда тоже очень симпатично будет смотреться. Так, возвращаем вот эту синюю масочку, где она? Она же где-то тут была, в чем прикол? Да, вот она. Так, кроссы оставили, курточку листаем ниже. Так, где-то вот тут мы остановились. Вот это такое себе, самурайский. По цветам, в принципе, подходит неплохо, но исходя из логики, такое себе. Так, вот это все, синий инь-янь, в принципе, неплохо смотрится. Как я и говорил, это кто? Синий лед. Вообще идеально этот набор сочетается именно с этим халявным набором. Все вот так вот замечательно, красиво и симпатично смотрится. Вот эта курточка сюда тоже неплохо подходит. Вот это на любителя. Идем дальше. Тут у нас все такое себе остается. Это слишком белое. Ну и тут все. Если только вот такие огромные куртки, что тоже такое себе. Да, на этом я бы уже собирался заканчивать, но я вспомнил про существование вот этой замечательной курточки, а также несколько футбольных футболочек, которого примерно вот такого цвета и замечательно сюда подходят. Вот эта футболочка и последняя, вот эта синяя. В принципе, неплохо. У нас остается последнее, с чем мы не собирали сеты, это вот эти кроссы. Так, масочку, причесочку давайте вернем то, что было, но поэкспериментируем с чем-нибудь новеньким. К примеру, возьмем новую черную причесочку. Давайте даже вот эту халявную синюю, почему бы и нет. Так, что сюда подбирать? Давайте для начала подберем какой-нибудь симпатичный торс. Мне вообще кажется, что можно за основу использовать вот эту курточку, которая идеально подходит под все черно-синие вещи. И сюда мы попытаемся подобрать какие-нибудь штанишки. Опять же, вот эти чисто черно-синие, кстати, под эти штаны, под эти кроссы очень замечательно смотрится торс марионетки. Но прикол в том, что к марионетке очень сложно подобрать идеальный торс. Поэтому, если вдруг у вас получится, то вы красавчик. Ну, кстати, даже что-то типа вот такого можно использовать, почему бы и нет.
Ну, в общем, вы поняли, вам нужно к обуви подобрать какой-нибудь торс, именно который в цвет обуви, и потом уже от этого торса играть. То есть нужно подбирать идеальные штаны, прическу, масочку и все такое. В общем, даже как-то так это смотрится вполне себе играбельно. Теперь мне стало интересно. Я вспомнил вот про эту бесплатную причесочку. Теперь я хочу надеть халявный торс вот этот. Потом бесплатные штанишки с этого набора, с которым мы сейчас собираем сеты. Вот эти кроссы. Потом вот тут нужно подобрать идеальную маску, но которая была... А, я помню, помню. Опа, полностью бесплатный сет. Прическу, маску, торс, штаны можно было получить в игре с декабря этого месяца, если вы играете... А кроссы, ну, уже подбирать из того, что у вас есть. Можно даже использовать кроссы и штаны с этого набора. В принципе, все. Давайте еще попробуем заделать небольшую перестановочку. Так, штанишки нам нужны с набора горнолыжника. Вот эти. И тоже все замечательно смотрится. Оказывается, бесплатные сеты могут быть красивыми. Тогда почему, когда я закажу, даже если мы, кстати, вот эти кроссы сюда нацепим, то это лучше. Да, тут торс и штаны с одного и того же набора. Но опять же, вот этот сет в разы лучше, чем я вижу вот в этом ивенте. Вот это вот что такое? У меня тоже вот это абсолютно бесплатный сет. Все. В чем проблема просто забирать халявы и собирать офигенные сеты? А на этой замечательной ноте я хочу закончить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и да пребудет с вами скилл.